А знаете, люди, где у всех день рождения в один день? Да у нас, на юге России, в Калмыкии. Год жизни калмыка начинается праздником Зу, когда пекут борцыки и пьют чай джамбан с молоком, жиром и солью. Во всей Европе только в Калмыкии исповедуют буддизм, а в столице республики Элисте находится самая большая в России статуя Будды. Калмыкия – край степей! Эх, какие тут стада коров, овец, коней и верблюдов! И для всех них выведены особые калмыцкие, очень выносливые породы. Весной степь вспыхивает тюльпанами, а летом у берега Каспия расцветает лотос. Он украшает и флаг, и герб Калмыкии. Во как! Цветы разные, а страна одна. А знаете, люди, где скрестили бобра и тигра? Да у нас, в России. Сказочный зверь бобр украшает герб Иркутской области. Да тут и наяву водятся диковинные животные. Баргузинский соболь, пресноводная нерпа, байкальский омуль. Больше 300 рек впадает в озеро Байкал, и только одна вытекает – полноводная Ангара. На ней построили целый каскад гигантских электростанций. В Иркутской области начинается знаменитая Байкало-Амурская магистраль. Она идет отсюда напрямую к Тихому океану 4000 километров. А, и вот еще. Два знаменитых конструктора вертолетов, Камов и Миль, выросли в Иркутске на одной улице. Да, изобретатели разные, а страна одна. А знаете, люди, где заповедник для диких пчел? Да у нас, в России, в республике Башкортостан. В заповеднике Шульган Таш бортники лезут за медом высоко на деревья. А здешняя Каповая пещера хранит рисунки древнего человека. Это место прославлено и в башкирском эпосе «Урал-Батыр», по которому названы Уральские горы. Башкирия – настоящая природная кладовая. От них месторождений нефти здесь сотни две. А еще эта республика – российский лидер по производству бензина. Символом этой земли стал воин-поэт Салават Юлаев. Памятник ему можно увидеть и в столице Башкирии – Уфе, и на гербе республики. О как! Герои разные, а страна одна. А знаете, люди, где можно увидеть мамонта внутри ледяной глыбы? Да у нас, в России, на полуострове Таймыр, на самом севере Красноярского края. Здесь, на плато Путорана, огромный каньон, сотни водопадов, озер, аж 25 тысяч. На Таймыре самые большие в мире стада северных оленей. Но в этих краях не только оленеводы живут. За полярным кругом, где полгода ночи, 8 месяцев зима, стоит большой современный город. Норильск. Его шахты и заводы дают никель, медь, золото. На крайнем севере вы нигде больше не найдете таких обжитых мест. Здешний народ самый морозоустойчивый на свете. О как! Люди разные, а страна одна. А знаете, люди, где обитают подземные олени? Да у нас, в России, на Ямале. За чудесных зверей ненцы принимают мамонтов. Слышали про мамонтенка Любу? Она здешняя. Настоящих северных оленей тут больше 700 тысяч. Для ненцев олени – это и транспорт, и еда, и одежда, и чум. А в реках гуляют гигантские стада царской рыбы. Осетра, нельмы, муксуна. Слово «Ямал» означает «край земли». Дальше Карское море и Ледовитый океан.
Даже главный город Ямала, Салехард, стоит аккурат на границе полярного круга. А этот холодный край обогревает всю Европу. Ведь здесь треть мировых запасов природного газа. Во какой капитал! Богатства разные, а страна одна. А знаете, люди, где Иван Сусанин завел врагов? В чащу, да в лесах, под Костромой. Так крестьянин спас юного Михаила Романова, которого призвали на царство здесь, в Ипатьевском монастыре. Поэтому Кострому называют колыбелью императорской династии. В этом волжском краю драматург Александр Островский создал трогательную сказку о Снегурочке, любви и весне. Кстати, слово «Кострома» и означает «весна». А летом здешние поля утопают в синих цветах льна. Полотняные скатерти и расшитая одежда – это слава Костромской области. Есть тут еще одно чудо – ферма, где люди приручили лесных гигантов – лосей. Кому еще такое удавалось? О как! Люди разные, а страна одна. А знаете, люди, где находится озеро Шайтан, по которому плавают зеленые острова, а из глубины бьют водяные столбы? Да у нас, в России, в Вятском крае. А какие тут мастера? Хотите, современную машину сделают, хотите, веселую дымковскую игрушку из глины слепят. А из дерева даже часы вырезать могут. Вокруг вятских городов и сел стоят могучие леса. Грибов и ягод здесь хоть косой коси. А уж меха, так просто чудо. И что ни пейзаж, то картина. Недаром знаменитые художники, братья Васнецовы, из этих краев родом. Как говорят, вятские ребята хватские. Во как! Люди разные, а страна одна. А знаете, люди, где водятся самые большие бурые медведи? Да у нас, в России, на Камчатке. Еще бы, тут есть чем поживиться. В горных реках лосось сам бросается к рыбаку. И самый большой вулкан Евразии тоже здесь, Ключевская сопка. На полуострове 300 вулканов. Одни спят, а другие показывают свой норов. По соседству пыхтят гейзеры. Есть такие, которые выстреливают тонны горячей воды на 60 метров вверх. Когда-то командор Беринг на берегах Авачинской бухты основал город. Сейчас Петропавловск-Камчатский – столица этого дальневосточного края. И все знают, что новый день и Новый год в России начинаются именно здесь. Во как! Время разное, а страна одна –